Поленово это на самом деле не только вот само место не ограничено здесь. То есть можно пребывать вот в этом Поленово, это состояние такое у меня, состояние Поленово. Поленово – это неотъемлемая часть моей жизни, точка. Ты уже снимаешь? Нет, ты же Николаева. Я просто поставил, чтобы... А. Что ты будешь говорить? Ну, я буду говорить про поленский клип, который в конце дискотеки включают. Не забудем. Поехали. Видишь? Да. Что для меня Поленово, это моя вожатская в Монтане. Да ладно. Но для меня Поленово, это не только, конечно, люди, которые здесь у нас есть, а природа вокруг. Я, например, очень люблю выходить на территорию ночью. Когда ты выходишь на луг, особенно в августе, и перед тобой открывается целый купол звезд, миллионное созвездие, и даже можно увидеть, как падает звезда. Но я никогда не успеваю загадывать желание, потому что она очень быстро падает. Вот. Мы едем, и каждый год у нас есть программа, как мы поедем. Это Лепест-Трубецкой, играет всю дорогу. Последние вот такие вот горки перед усадьбой, да. Там уже закат, мы как-то вечером приезжаем, закат, это предвкушение, что вот сейчас вот счастье начнется. Хотя на самом деле счастье уже есть, когда ты едешь. Когда мы подъезжаем в усадьбу, мы ставим песню «Лепест облака». И вот этот последний кусок, это прям полное счастье. Может быть, больше, чем будет дальше. Да? Это когда ты едешь от усадьбы под эту песню, отмечаешь в Поленово. Ну, то есть вот для меня это так. Еще я очень люблю момент открытия смены. В этот момент всегда очень радостно, и я понимаю, что впереди меня ждет очень много незабываемых впечатлений и много... Нет, как я же хотела сказать-то? Много незабываемых моментов и целая куча впечатлений. Нормально? Когда в конце дискотеки, почти каждой дискотеки, включают Володя клип «Не забудем», все встают рядом друг с другом, кладут руки на плечи, обнимают друг друга, покачиваясь, поют эту песню замечательную, которая действительно цепляет тебя за душу, которая, не знаю, прямо рвет изнутри тебя, в которой как раз проявляется вся вот эта вот любовь твоя к лагерю. С каждым годом становлюсь моложе, несмотря на то, что становлюсь старше, но благодаря тому, что они есть в моей жизни, именно в этом доме, в Монтане, становлюсь моложе одновременно. Ну, вот такое, наверное, у меня счастье. Первое, что приходит в голову, это моя Монтана, это мое счастье.